Есть. Мой отец ушел. Реально, прикиньте, я стрим запустил. Запустил? Да. Все пишут ура именно. Всем привет. Пилка стоит на диване. А что, она тут долго будет стоять еще? Че? А, на другой. Твич, если что, это мужская грудь. У нас другая вечеринка. Да. Здорово, чат, как ты Притоварился чуть-чуть. Кстати, собачий гучи. Ну, кстати, неплохо. Притоварился. Мы заходим, мы просто ходили по магазинам, заходим в Праду просто по приколу. Правда? Я беру очки просто по дефолту, беру очки, подхожу, меряю к этому, вот так вот, потом подхожу к костяну просто по приколу, он говорит, о, нормальные очки, сколько стоит? Я говорю, я хуй знает. Кладу обратно, он подходит, берет эти очки, говорит, buy, I wanna buy, и мне отдает, прикиньте. Но это я для видео делаю, так что надо будет вернуть завтра. Где моя сумка? Ладно. А вот так. Чего вы все тут на дрипе каком-то? Снег идет. Да это от Саныча, во-первых. Что? Да нет, тут пыль на... А, нет, реально. Я думал, это пыль. Нет, псориаз. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. А что ты тоже прилег? Нихуя себе блок. Так стой, у тебя тут каменный. Ну, каменный жидкий, камень, это жидкий металл. Не, ну... Сними? Жидкий металл. Снял. Не снимай. Я заснял. Ой, это, кстати, вкусный сок, но он... Без квартиры кости, дура. Где моя сумка, мужики? Ее продали. Ну, не знаю. Ты купил штаны, Леша? Да. Где они? Откуда инфа? Ты где-то говорил про это? Да, на стриме я сказал, что меня заебали твои штаны. Вот. Всем Пос... нравятся мои штаны. А, подожди, вот штаны. Вот, я показал только что. Кости... Ну, ты примери, просто, ну, покажи. Эти мы выкидываем. Нет! Ну, мне нравятся. Ну, нет, ну, пожалуйста. Ну, просто одно желание. Ну, не, ну, посмотрите, реально. Чел просто на дрипе. У него такие же есть, то есть дома. Ну, они просто, не так сидят. Просто Костя не хочет меня видеть сейчас вот этих вот. Они не так сидят. Вы нихуя не понимаете. Ебать, они ему идут. Причем это дешевые штаны. Ну, относительно. Они же недорого стоили. Сколько они стоили? Да, не будем говорить. Сколько, потому что сейчас... Высоко. Давайте так. Да не ебу сколько. Недорого для тех... Натяни ты нормально штаны, обосранец. Да я не могу таскать их вот так по-другому. Не, вот под форсы попробуй. Натянул. Нет, по форсы. Нет, сделай как нормально. Так, ну ты, вот что, я бы сказал... Братишка. Ну так я бы сказал, но запрещено тут говорить. А вот Дамаскин. Кстати, пол с подогревом, иди потрогай. Жених пишет. Видишь? Оп. Все сердечки оп. Пишут. Оп. Типа ебануто нравится. Спасибо, чат. А сделай танец манера. Да если колени. Блять, а вот это что? А, кстати. Кстати, я забыл предупредить, я прятал это жёлтый носок лучше. Изымай, я тебе другой лучше. Какой-то прилип, Саныч. Саныч, тут я давным-давно пролил и вот этим спрятал. Мы в ловушку попали. Это протухшая какая-то хуйня, пролилась из стакана, и я ее спрятал вот этой черной штукой. Надо на босу ногу наступить, Сань. А, кстати. А что я руки его постираю? У нас найковские снимут все. Легкое наличие пыли. Пыль в наличии. Это похоже на... Так по периметру просто монетки покажи. Это похоже на тополиный пух, а не на пыль. Постой, давай подожжем попробуем. А лучше не надо. Да ничего не будет. Ну давай, попробуем. А где поджигшка? Бля, тут на туркиш. Ой, блядь, догорается. А так можно всю, кстати, ее. И так избавляться от пыли. Поманеньку ее собрать просто и все.
клин. На самом деле. Кстати, окна не открываются. Бля, пахнет шкуркой. Ой, фу. Пахнет шкуркой какой-то. Если знаешь, что... чем пахнет? Так пыль, это же кожа человеческая. Бля, шкурка. Блин, вся хуйня. Вот и пахнет шкуркой, шкуркой. Как будто все волосы поджег. Это что за хуйня? А что это? Ты слышал этот звук? Я не знаю, это где-то. Фу, Лёха, что это на харкал-то? Это не моё, я тебе говорю. Это не моё. А чьё это? Это не моё. Фу, ёбаный хуй. Фу, бля. Я харчу вас. Дуналава плюс. Да мало интернет. Сугук, бля. О, что-то мы завертели. Прочитал заклинание. Заработал. И чё? Один раз включу. Подожди, должна. Ты хлопок поставил? Подожди, ты порошка залил? Ты хлопок поставил? Постойте, у нас не подключена вода. Вода не подключена. Сейчас вода куда-то потекет. Ой, так тут холодная, бля. Горячей-то нет. Так и чё? А как ты на 40? Нет. На сухую стирать. Без воды. Они от скорости, проветрятся там хотя бы то, что так барабан крутится. Кранчик покрути. Да, да. Нахуй ты на 2,5 часа поставил носки стирать? Ты чё уебался, Слайн? Это не постельное белье. Сука ты, Да, блядь! Там даже цифр не было, блядь! Налей туда стакан воды хотя бы, блядь, насухо всё. Открывай. Харкни хоть, ну. Тихо, тихо, тихо. Натрёшь всё там. Ну, влажность-то есть какая-то? Фу, это... Влажность-то есть какая-то? О, блядь. А ты открой, вот это открути. И посмотри, ребята, ладно, я сказал. Человек первый раз увидел воду. Югун Дурлама, ох, их тебя заман ЛТМ. У тебя застряло, идиот. У тебя застряло. Да не долби ты ее так, блядь. Не долби ее так, да. А че она такая, без шубку? Это близко было так-то. Нехай как-нибудь постирается. А что ты всех гоняешь-то? Ты думаешь самый мощный? Здоровья, если я чуть палец ему в жопу не засунул. Он мягко понял, меня сейчас сжал булочку, когда ему вот так сделал. Биг чипс. Биг чипс. Я сейчас буду пробовать снюс. Реально? Да. Как будто в первый раз. Что ты сказал? Ну что у тебя кто тут смотрит? Мне надо подстричься. Кто-нибудь меня может подстричь, меня вот здесь вот меня вот этот. Лёх, делай. Могу зажигалки. Это рекомендация? Это у Кости было. А если что, тут аккаунт Азима. Вам так не нравится? Ребята, вы такие классные песни, супер. Да. Спасибо. В смысле, не важно. Мы вообще-то с Ульяновска. Дай её нахуй. Вы что, ебанулись вообще? Что делать дальше будем, все? Лёх, я предлагаю рубрику, подожди, секундочку. То, что люди ждут больше всего на свете. Учитывая то, Матис? Что Парадеевич зожник. Парадеевич впервые пробует снюс. Да. Давай. Что да, плюс. Да? Пацаны, ну... Я хотел узнать, что будет завтра, но не знаю предать. Все будет срываться вновь. Я люблю тебя. Это пластмассовый. Из тухлятины еще. Рауф и Файк — это плюс рэп и плюс вайб. Вот так вот, смотрите, Леха походил в мою кофте. И вот так вот. Это я положил вот сюда нахуй. И вот так вот она относится. Кто-то убирался, скинул. Козлы вы, блядь. Уборщики нахуй. Ты сам хочешь снюса из-за этого всех? Я хочу, чтобы Саня... Нет, он... Когда он так говорит, он сам хочет. Сам хочет. Сам хочет. Ты сам хочешь? Ребят, о, вы хотели заказать кальян? О, давайте, закажите, а то вы так хотите. Пиздёшь полный! Ты куришь. Не употребляю. Никотин. Ни в каком виде. Все ради контента. Родился зайчьей губой. У меня проблемы. Да я приехал нормально в Турцию отдохнуть. Че вы мне кайф ломаете? Вот так думаешь, отдыхают? А вот сейчас понесло не туда уже. Леха, зачем ты впиливаешься?
Это же никакие новости. И сам берет. Чат, распространите по всем чатам, что горилла вкидывает снизу. Пожалуйста, распространите. Я тоже вкинусь. Нет, 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 ой. Ты чё, бородеть? Чё у тебя там? И они типа телепортируются, то у неё, то у него. Бля, так-то ну. Подожди, что? Чего? Вкидыш? А ты? Ты тоже? Чё делит? Есть, есть! Ты чё там это? Давай, не надо мне. У тебя не квартира, а мечта. Почему? Снюс и круассан. Нет, они до 30.05, и до 30.05 еще полтора месяца. Хавай. Он, наверное, очень вкусный. А начинка просто ебучка. Сейчас какой месяц? Пишет горилла пожизненный плюс реп, если все, весь пакет съест за $100. Пожизненный плюс реп. Раз, два, три, четыре. Не сможет. Не сможет. Это пиздежом просто вонищит пиздежа. Я сейчас ставлю 20 тысяч рублей. Если он съедает, он забирает. То еще скидывается. Ну, я спокойно. Сколько? 20 биткоинов. Тогда можно я съем? Ну, давайте хотя бы половину. Нет, за 20 биткоинов я... Давайте половину. Нет, тогда... Тут 15 штук. Ну, 1000 рублей тогда. Ну, Горилла, если ты честно, хотел же перекрутить? Да, ничего себе. Блядь, это идеальный кран для того, чтобы смывать харчу после пищи. Пишет, за 20 биткоинов я и пакет съем. Блядь, слышите, что? А какой у нас банк? 20. Я Тинькофф, какой у вас долларов? $40 и... Я просто, типа, добавляю вот столько же, сколько есть. Так что, типа, если они долларов. Сколько, если они дадут тебе 4 миллиона, я еще сверху 4. 40 тысяч 80 долларов. Сколько он весит один? Поменьше тебе. Бля, он 72 грамма. Это просто мучное. За 20 я и горилла съел. Один желудок забьет. Бля, ну плохо стало. Да ладно, блядь. А еще желательно не забивать. Хуя себе, ты чего удумал? А что ты хуятина тут выложил свою? Бля, передержал варить, мужики. Уже качает. Бля, да хуя. Ну, я не могу. Ты же знаешь. Ну, да. А, у тебя принципы? Да. Такие же, как с Макдональдсом, да? Я правильно понимаю? Которые переступить нету варика вообще. Могу, могу. Все, у вас проблема какая-то? Взял пульс, включил вот это. Просто по шву, как будто подушка разошлась. И вся вата вылезла. Вата. Ебало кубышки. Бля. Любимый трек. Да, блядь, пацаны. Ты как будто просто... Почему начинается пердеж тогда, когда подрубается стрим? Это что за хуйня? Нет. Не пердет никто. Вы пердели, вы как только сюда зашли, 8 раз пернули. Ни разу не пукнул. Да, 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 рассказывай. Понял, самый тонкий организм и пердишь громче всех. Чё? Давайте так сделаем. Кто сейчас захочет пернуть, в свечку, пожалуйста. Ну не, минус реп от свечки. А за что свечку? Я сейчас скажу. Ребят, кто захочет пернуть, у Бородевича. Давай, кто пердишь. Ребят, кто на улице Бородевича видит, пердите в него, пожалуйста, у него фетиш. Ты мразь, ты охуел? Что он сделал? Мне даже места уже сесть нету, разлегся, сука. Где отсюда? Игорь грязный, ты хотел сказать. Где отсюда, мразь? Уйди из кровати наполовину свою. Я думал, он не заподозрит. Ну да, смотри, у меня уже на диване вот край, сука, остался. Как Витек, слышишь, с Илюхой? Я аква минерале пью, тише. У меня появилось предложение для вас. Стоп, вот прямо сейчас. Идите сюда. Спускайтесь на пол прямо сейчас. Иди спускайтесь. Нет. Ну спуститесь. Нет. Ну пожалуйста. Да ты хуйню сейчас вкинешь опять говно сюда. Нет. Давайте, ладно, я начинаю. Тише. Ты чё? Ага. Я не играю. А чего? Играйте вдвоем. Вы же любите вдвоем поиграть. Играть со мной? Только не фолликулы ебать! Не надо фолликулы! О, блин.
Давайте чаю в шапке. Ой, блять. Порох. Порох. Слышите, что? Стой, горело, что-то вот палец в ухо любишь, да? Угу. Леха любит. Ну, если честно, я люблю. Но не мокрый. Нравится, когда мне ушки чешут. Блять. Ну-ка, съеби нахуй с дивана. Чего? Съеби. Вам не нравится, когда вам в ушки чешут? Съеби. Нет, только когда, не когда просто друг вам в ушки чешет, это странное хуйня. Когда ваш, ну, если у вас есть любимый человек, вы вместе, и вот он вам чешет ушки, это пиздец, вообще кайф. Блять. Чё? Блять, когда ушки чешут. Ты хуел, блядь. Ты рассказывал, что тебе Настя вообще палец в попу сувал, блядь. Кстати, я слышал. Это что, просто от него? А это ухо всего лишь. Ну так ухо, когда там начинается. Ну хочешь, я тебе почешу, скажешь, понравится, нет? Не надо. Я и так знаю, что не нравится. Все, что Леха предлагает, никто ни на что не соглашается. Я хуй пойму, что с вами не так, пацаны. Вы год назад другими были. Уши чесали год назад. Ну год назад вы согласились бы вообще на такое. Ну давай. А что ты прикрыл, ты дрочишь? Ты дрочишь? Ой, Данила мастурбирует. Ой, Данила трогает пипишечку. Фолликулы. А, то есть ты смеешься над тем, что я делал операцию, да, по пересадке волос из-за своих проблем? Ну да. Скажешь ему? Что тебе не нравится? Мне застрял конфета там. Так высунь, передознешься, бро. Лёх, ты хотел, чтобы тебе воском облили тебя? Нет, нет, нет. Хотел корсу. Я такого не говорил ни разу в жизни. На шкурку, чтобы тебе капнули. Нет. Нужно вот эту Nike покрыть воском, чтобы защитить фолликулы. Ты в курсе то, что... Какой Nike нахуй? Горячий воск укрепляет фолликулы. Горячий воск фолликулы укрепляет. Я не тебе говорил так, врач? Нет. Просто Nike заливаю. Это народная мудрость. Защитная кожура. Это народная мудрость. Лёха, это защита от микробов. Но я, только... я сомневаюсь, но это если мне друг микробов. Говорит, что я другу верю. От сглаза и от всякой хуйни. Давай. От поноса. Не надо. Блять, иди, изыди нахуй. Выключите свет. Вот такую хуйню. Выключите свет. Пожалуйста, выключи везде свет, умоляю. Только я умею выключать его. А можно шторки закрыть еще? Да. Я закрою сейчас. По кнопочке? Да. Лех, на кухне выруби. Как? Смотри, мы здесь по факту на несколько дней. Ну. Тип, ты тут еще чуть-чуть останешься. Ну. Молись. Я предлагаю вызвать какого-нибудь демона, духа, я в другую квартиру. Дьявола вызвать в этой квартире. Исключено. Почему? Ради контента, уважай зрителей. Так что по поводу дьявола, вызвания дьявола? Мне уже не хочется. Какой-то гондон перекачанный стоит. Там не было нихуя. У тебя же ночник там включен, правильно? Нет. Ну, горел ночник только что. Ты видел ночник? Да. У меня нет ночника. Не может быть такого. Ночника у меня нет самого по себе. Ну, у тебя в прихожей только что горел ночник? Нет. Какой ночник? Тут нет ничего. Или пойду один уже страшно. Подожди. Я включаю вспышку света, готово? Ну. Было? Чего? Дверь открытая? Подожди. Ты эту хуйню видел? Какую? Ты видишь, эта хуйня светится классно? А что это за хуйня? Что за хуйня? Бля, Костян, я в душе не вижу. Чего ты? Короче. Чего?
Меня вызвали, что мне на смену сейчас надо уезжать. Ты мне говоришь? Я, наверное, поеду. Стой, Лёх, ты не там прошёл. Надо вот было через жёрточку. Костя, что за тебя сейчас? Что это было? Лёх, ты реально пизданулся или чего с тобой? Нет. Приснилось, сука. Фу, блядь. Ёбаный рот. Я говорю, транки на меня плохо влияют. Уёбище! Гондон! Да водой не надо, болван. И чё мне теперь с этим сделать? Всё, ну как камень, блядь, с волосами, блядь. Горилось, ну ты хуйню придумал. Ой, ты еблан! Это ещё и ожог, нахуй! Блять, кипяточный воск, сука. Нет, воск не выдержит. Ты что делать? Ты теперь, блядь. Подожди, подожди, помоги. Иди, помоги, помоги. У тебя еще осталось воск? Не надо, не надо, блять. Больно, пиздец. Давай руку сейчас отрежем микроволновки. Нет, не надо. Под горячую воду и смывать все. Лёх, под кипятком хорошо. Сейчас давайте чайник вскипятим. Блядь, как много волос. Не надо. Кто-то любит вот это делать? В сексе, прикиньте, блядь. Да на спичку надо, у тебя даже в руках она.